гимназии номер 1. Здравствуйте! Мы активная молодежь волонтерского движения КПТ гимназии номер 1 города Канска. Мы считаем, что необходимо помогать людям для саморазвития и воспитания нравственных качеств у всего гимназического сообщества. Мы хотим вовлечь в социально полезную деятельность как можно больше гимназистов, а также всех неравнодушных людей. Наше волонтерское движение делится на 5 групп. Это ЗОЖ, Доброе сердце, Эко, Патриот и Культура, которые традиционно проводят мероприятия. КПД всегда 100%. Активная молодежь города Канска. Мы активная молодежь города Канска. Нам безразлична судьба нашего города. Мы такие, потому что мы принимаем участие в различных мероприятиях. Мы хотим улучшить наш город яркими мероприятиями и событиями. Мы хотим организовать на территории нашего города форум, на котором мы расскажем активной молодежи о направлениях РДШ. Мы бы хотели призвать неравнодушную часть города Канска вступить в круг единомышленников. Вступай в РДШ! Умники и умницы! Мы активная молодежь, команда умников и умниц. Мы такие, потому что мы умные, активные и позитивные. Нам это надо для того, чтобы развивать свое внутреннее «я». Мы хотим улучшить мир с помощью активной молодежи. Мне больше нравятся мероприятия и конкурсы. А мне помогать природе с помощью субботников. И обязательно развивать инженерию, робототехнику и ракетостроение. И вести молодежь в спортивную жизнь. Мы создаем новое будущее!